Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. У нас очередная серия вот по монеткам. У нас сегодня, к вашему вниманию, серебро СССР. Вот, сейчас кратко посмотрим, что же я представлю вашему вниманию по монеткам. Здесь у нас 20 копеек. 20 копеек. Вот, 22 года. Вот, гурт у нас ребристый данной монетки. Такая вот хорошая монетка. Вот. В отличнейшем состоянии. Здесь, конечно, некоторые изъяны, но вот для тех, кто захочет почистить, вот чуть-чуть можно почистить и положить себе в коллекцию. То есть монетка в неплохом состоянии, коллекционном. Вот. Год у нас 22-й. Вот. Материал у нас серебро 500-й пробы, как обычно, все знают. Вот обиходная монетка. Сейчас их кинем на весы. На весы. Так, должен у нас быть по весам 3,6 грамма. У нас 3,5 грамма. В принципе, плюс-минус где-то так сходится. Вот. Так, каталожная цена в этой монетке 73 гривня. Также буду выставлять в группе в Фейсбуке, кому нету коллекции, можете заказать. Ссылочка в описании. Следующие 20 копеек, тоже СССР, здесь все монетки СССР, но уже в более такой патине, монетка не чистилась. Вот. РСФСР. Надпись «Пролетарий всех стран, соединяйтесь». Также самый гурт ребристый, 22-й год. Вот такая вот монетка, тоже не в плохом состоянии, глубоких царапин нету. Вот, просто такая, говорится, патина. Данный вес монетки, сейчас проверим. Сбилась на нулю. 3,58 грамма. Более-менее к оригиналу. 3,6 грамма. Вот. Дальше. Которая у нас монетка. Это у нас 20 копеек. 23-го года. Вот. Такая вот монетка. Тоже не в плохом состоянии. Глубоких царапин нету. Гурт ребристый. Вот. Даже такой есть блеск на данной монетке. Практически затертости нету. Монетка, повторюсь, еще в неплохом состоянии. Вот. Каталожная цена данной монетки 59 гривен. Вот. По весам на данной монетке у нас должна быть масса тоже 3,6 грамма. Сейчас проверим. О, тут намного меньше. 3,3 грамма. Ну, монетка вот такая вот. И будет выставляться в группе в Фейсбуке на продажу. Вот. Вот, что у нас, кстати, есть у нас интересно тут по тираж. Тираж неизвестен. Так, следующий у нас, это у нас 15 копеек. Тоже такая вот интересненькая монетка. 15 копеек 22 года. Вот, тоже монетка с обихода, тоже серебро, 500-й пробы. Вот. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Гурт у нас ребристый. Вот. По тиражу тоже. Тираж тоже неизвестен. Вот. Каталожная цена данной монетки 68 гривен. Сейчас проверим ее вес. Вес 2,7 должен быть. 2,55. Плюс на китайские весы.
Следующая у нас монетка, 15 копеек, 23-го года. Тоже такая вот отличненькая монетка, в отличном состоянии. Гурт ребристый, серебро 500-й пробы. Пролетарий всех стран, соединяйтесь. Тоже такой вот коллекционном, неплохом коллекционном состоянии. Вот. Вес у нас ее должен быть. Монетки подвинем, чтобы эти весы постоянно не бросал. Так, вот видно у нас весы. Вес 2,56 грамма. В принципе, одинаковый, что с этой, что с этой. Вес у нас одинаковый. Что у нас по тиражу? Тираж у нас тоже неизвестен. Вот. Количество точных данных нет. Так, ну и более такие по современней, по сравнению с теми годами. Это у нас 15 копеек 1929 года. Уже более другой вид. Вот. Такая вот монетка. Тоже пролетарий всех стран, соединяйтесь. Тоже не в плохом состоянии. Вот. Вот у нас тут смещение есть немножко. Нет, смещения нету. Тираж у нас данной монетки неизвестен. Вес у нас должен быть 3,6 грамма. А, это 15 граммов, 15 копеек, это 15 копеек. Это у нас 15 копеек, вес у нас 2,7 грамма. Сейчас включим. 5,7 грамма, так, вешаем 2,53 грамма данной монетки. Вот, следующая наша монеточка, это у нас 15 копеек, 25-го года. Кстати, каталожная цена вот этой монетки 75 почти гривен. Так, и 15 копеек 25 года. Тоже серебро 500-й пробы. Ну, тут уже колоски такие. Тоже такая вот монетка. Вот. Каталожная цена данной монетки у нас 53 гривня. Вот. Что у нас 53 гривня. Вот, весим данную монетку. 2,53 грамма. Вот такая вот у нас. Вот, и последняя монетка из серебра. Это у нас 20 копеек 29 года. Каталожная цена монетки 60, больше 60 гривен. Тоже монетка в неплохом состоянии, гурт ребристый. Вот. Данной монетки есть поворот. Вот видите, поворот реверса. Сношение с аверсом. Ну, небольшой, но все-таки поворот есть. То есть, как бы небольшой брак. Есть вес данной монетки. Должен быть 3,6 грамма. Сейчас вижу. 3,4, 3,41 грамма. Вот такая вот у нас монеточка. Вот, кому коллекцию, можете писать, заказывать. Так, ну и из обычных у нас 10 копеек 52 года. Решил тоже вам показать. Тоже выставлено будет на продажу. Каталожная цена данной монетки 7 гривен. Вот. СССР. Вот такая вот монеточка. 52 год. Вот. Масса 1,8 грамма. Сейчас проверим. 1,63. Чуть меньше. Материал у нас медно-никелевый сплав. Вот ребристый тираж у нас. По данной монетке. Тоже неизвестен. Ну что ж, на этом будем заканчивать наш небольшой видео про монетки. Первая часть, будет еще более интересное видео с другими монетками. Кто не подписался, подписываемся. Кто не поставил лайк,
лайкосики ставим. Всех пока, до новых встреч на моем YouTube канале.